Волгоград полным ходом готовится к проведению 13-х молодежных дельфийских игр России и первых открытых молодежных европейских дельфийских игр. Наша делегация тем временем проводит последние репетиции и готова показать себя во всей красе. Правительство, конечно же, все меры предпринимает для того, чтобы регион подготовился к этим играм достойно. Несмотря на все сложности, проблемы и какие-либо трудности, не сомневаюсь, что энергии у вас хватит на абсолютно стопроцентное участие в дельфийских играх и на победу. Мы, безусловно, вам желаем победы. В состав делегации от нашего региона вошли 400 волгоградских талантов. Ребята будут соревноваться во всех 29 номинациях, а в 17 – на международном уровне. Волгоградская делегация попадала всегда в призеры, то есть это первое пятое место, до 10 места не далее. Это из 80 с лишним регионов Российской Федерации. Я думаю, что и в этом году, дорогие наши дельфийцы, мы сохраним те традиции, которые в течение этих многих лет волгоградская делегация показывала. Наша область не случайно стала площадкой для проведения игр. Волгоградская команда занимает пятое место в России по количеству наград, завоеванных в ходе национальных соревнований. Будем надеяться, эти дельфийские игры принесут нам еще больше побед. Напомним, торжественное открытие состоится 3 марта на Центральной набережной в 20:00.